Hey, yo, guys, с вами Шумики, мы продолжаем проходить игру под названием Fallen Angel. Короче, то не все, блядь, а Пётр. Пётр тоже один из богов. Так, а куда мне идти? Вопрос. А, по облачкам прыгать. Но мы из ада, как вы видите, поднялись уже на небеса. Но я еще не все нашел камни с прокачкой. И это плохо. Мне еще сколько их можно? Еще два камня нужно найти. Так, что-то из этого надо надеть. Хотя, зачем мне вот эти ключи, я тоже вот не понял. Так, ладно, сюда можно попасть. В смысле, туда пути не было? А, есть. Ага. Короче, идемте налево. Право какое-то слишком замудренное. Присутствие архангела утрачено. Ты думаешь, будто все твое раскаяние поможет тебе достигнуть рая? Ну, как вы поняли, у меня же уже прокачан. И что? Ну, так у меня так ворота открылись. Он ко мне просто не смог подойти. Тихо. Тут предмет пропал. Здесь был уступ, на который мы запрыгнули. Куда он делся? А, подожди. Облака темные были до этого? Что-то как-то я забыл этот момент. Ладно. Пойдемте сюда. Апартаменты бога. Что там? Да ну... Бесите. Куда-то облако пропало, на которое я до этого залазил. Короче, весело.
Окей. Что-то ты защищал хотя бы. Оу. Так, окей, представим, что я пойду налево, направо. Угу, вообще пустота. Найс. Может, там невидимые блоки? Ну, кто его знает. Ну смотрите, у меня хп теперь намного быстрее восстанавливается. Изи. Так. На огонь надо поставить. Неплохо. Я тоже могу стреляться. Не забывай. Только мои патроны немножко помощнее. То, что это горючее. Ай-яй, можно не 4 FPS, спасибо. Царство Божие. Меня все равно обидела, блядь, вершина вот этого. Сбегать, может, снова попробовать. Хотя нахер надо. Не дали мне, не дали, все. Теперь это очень легкая игра. Блять, она поднялась. Ладно, за один заход хотя бы справились. Это чё? А то есть нихера не вижу вдалеке, что-то в меня просто летит. Ладно. Иди в пизду. А, я думал, все еще летит за мной. Yeah.
О-о-о. Хотя я теперь этих могу атаковать. Пидарас. Сейчас еще летащан. А, не. 25 прироста гордыни. А, ну это череп бога злобы, который мы смотрели тогда. Кусочек окаменевшей глины с берегов адского озера. Ношу с собой на память о родных краях. Ну погнали. Завершать игру. Метатрон, узри. Прочная душа того, кто носит мантию небес. Подойди и... Вишть свою судью. Ты еще кто такой, черт возьми? И где я, старый дурак? Остальных архангелов я повидел, что даю тебе основание считать, будто с тобой выйдет иначе. Я пришел забрать то, что принадлежит мне по праву. Возвратить потерянный рай. Я... Метатрон. Моими устами говорит наш Создатель. Это он даровал тебе жизнь и силу. Это он сражался против твоей мятежной природы. Лишь мой голос известен тебе, словно слово Господне. Короче, я понял. Стоять. Лаги, лаги! Я нихуя не вижу, нихуя не вижу! Сука, нихуя не вижу, лаги ебаные! Что? Вот что происходит сейчас? Найс, он упал. Давайте, скажите, что я виноват, блять, у меня не было 15 FPS, чтобы я, блять, мог увернуться нахуй. Тун. О, мне вот это заново все бежать. Давайте уже добегу, продолжим. Наконец-то пролагал. Наконец-то пролагал, пиздец. Почему нету сохранения перед боссом, блядь? Что? Что ты виснешь? Так, ну смысла от этого нету. Снять. Надеть.
Тихо, я тупанул. Тихо. Окей. О. Стоп, стоп, стоп. Суки. Ну хули ты? Пизда. Что вы понимаете, меня просто жестко заебывают загрузкой долги. Я жду по минуте, пока загрузка пройдет. Ну то что, скажите мне, блядь. Демон, блядь, или что я? Ага. Нихуя себе. А что? Подожди, а как я должен это был сделать? Нихуя не понял. Ну атакуй, ну блять, эту ебучую руку.
Ну что это за уебанство? Ой, блядь. Руки бессмертные, что ли, я не пойму. Как не... Что? Просто, понимаете, мне нужно в какой-то степени просто понять, уничтожать ли руки. Вот, время замедлило. Давай, 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 ну. Ага. Сука, можно мне, пожалуй... Все, используется. Все, найс. Сука, ты... Сука. Сука. Все? А что так тихо стало? В бездну. Игра сохранена. А где я хотя бы нахожусь? А, перемещение. Конец. Так, давайте на паузу поставлю. Сейчас сбегаю в этот. В локацию, там, где воин должен быть, по идее. Короче, там вообще никто не появился. Поэтому... Да. И с ключом я не понял, что делать. Походу, еще какие-то предметы должны быть. Вот все вот эти. И здесь. Вот, священный индекс. Зачем он? Открывает ворота в центральном храме обработки. Подожди. Этот ключ закодирован какие-то особые данные. Рамил всегда шифрует подобную ерунду. Священный индекс, подожди. Открывает ворота в центральном храме. Центральный храм обработки? Сервер с Рамиля. Архивы структурных данных. Вот здесь получается где-то дверь должна была быть. Центральный храм. Центральный храм обработки. Это
это нам с босса выпало, да? Давайте я попытаюсь сходить, блядь, поискать там что-нибудь. Короче, мне наебали. Я эти архивы про... уденем. Я полностью вот это все блазил. Нихера не нашел центральный вход. Походу, центральный вход это вот это, блядь, архивы структурных данных. Это, походу, вот это и есть вход. То, что я уже это пробежал, я уже сюда пришел. И такой, ясно, понятно. Бог. Сын мой, в поисках ответа на незаданный вопрос. Ты осквернил мои дары. И все же твое упрямство заслуживает похвалы. Воистину, ты самая великолепная из моих творений. И я не просил, чтобы ты творил меня. Не уничтожь вселенную. Пересоздай вселенную. Продолжить наказание. Продолжить наказание. Ну, давай. Ну а что, типа, уничтожать вселенную? Как будто что-то изменится. Пересоздать, ну, будет то же самое. А Земля вся уничтожена. Вечное воздание ждет тебя. И все. А ну давайте. О, прогресс 100%, то есть получается я все собрал, что вообще в игре было. А давайте я еще смотрим другие концовочки, другие варианты ответа. Так, сын мой, да. Не продолжай, ты бросаешь вызов моему господству, но в твоем месте нет спасения, лишь еще более глубокое рабство. Уничтожить вселенную, пересоздать вселенную. Давайте попробуем. Свобода ли это? Свобода от Божьего владычества? Что от меня останется? Обернись. Такого гаусь... Так, да будет свет. Воспользовался им бы, это был бы... Короче, мы... А, и все? Ладно. Так, ну и третья концовочка. Сын мой, да. Так, пересоздать, уничтожить вселенную. И это должно положить нам конец. Стать нашим исцелением. Сделай так, что нас поглотит бездонное дерево не следующей ночи. И нас ничего не будет. То есть только при варианте, то, что мы будем дальше нести свое бремя, нам показывают землю. Уничтожено. И мы летим. Ну, короче, случился апокалипсис, как я понял. Все живое уничтожило. И все. Ну, ладно, если оценить игру. В принципе... Так, давайте потише немного сделаем. В принципе, игра довольно прикольная, однако, как обычно, начнем с минуса. Непонятное, что делать. То есть, возможно, ключ-то был, ну хотя это даже не минус, это моя глупость. Но к минусу, наверное, отнесу боссов, потому что некоторые боссы просто отваливаются очень быстро. Особенно, когда мы собрали билд. Единственное, на ком я долго был, это на мужике из дискотеки, потому что он жестко, ну, постоянно взрывы эти создает. И к ним нужно подбегать, и то урон не проходил. И босс был нормальный, это финальный. Ну, хотя... Тут тоже есть вопросы. Ну, типа, окей. Слабые враги.
Первый минус. А за сколько мы игру прошли? За сколько мы прошли игру? У меня вопрос. За 4.50. Ну ладно, по длительности более-менее нормально. Загрузки. Ты захочешь в другую локацию, либо тебе засунуло куда-то. Минутные загрузки. Почему они такие долгие? Минус — это загрузки. Дальше... Ну что я могу еще такое добавить из минусов? Арена? Почему арена была пуста? Арена показана, как будто там должен быть, был противник быть, но его не было. В какой-то степени есть баги, то есть, когда я врагов выталкивал за, так сказать, площадь, да, где яма, они просто там на месте ходили. Есть баги. Это третий минус. Так. Ну и... В принципе, думаю, все. Ну, типа, я собирал некоторые предметы, и я думаю, для чего они нужны? У меня есть ключи левый и правый. К чему? Когда я их использовал? Я их вообще использовал? Я вот не помню этого момента. И мне сейчас хочется кое-что проверить. Так, французский, итальянский, английский... Руси. Применить. Мне интересна локация, которую мы открыли там, где город был. Мы же город не ходили. Или ходили? Не, мы, кажется, ходили, да. Потому что там еще мост был, точно. Ну, типа, и все из минус. Управлять было более-менее, типа, комфортно. Вот тут высыпал. Типа телепорты есть, все нормально работает. Ну, то есть, три минуса у нас. Первое — это жесткие фрезы, хотя фрезы были, когда даже что-то на экране много происходило. Скорее всего, это связано... Ахуй с его, с чем оно связано. Короче, минус — долгие загрузки. Минус — слабые боссы. Минус — баги. Что еще я мог взять? Ну и, в принципе, сюжет... Ну, сюжет примитивный, в нем нет... То есть у нас, знаете, обычно, типа... Вот есть сын, он же Люцифер. Отец, он бог, его изгнал, и тот полетел. Это... Нету такого сюжета прям. Нету сюжета, это минус, да, я здесь был. Четыре минуса. Плюсы. Из плюсов, наверное, я возьму... Это... Разновидность врагов. Но оно не такое уж и большое. Короче, я, наверное, возьму боссов. Потому что... У них есть стадии. Мне нравится, когда босс не одна атаку, да, вот спавнит. Спринт атаки у него один и все. Но там было разнообразие. Это первый плюс. Второй плюс, наверное, я возьму... Это... А, я не знаю. Типа, я не разобрался, что делать с тремя предметами, с ключами и с вот этой херней. А, прокачка, ну, блин, но здесь, видите, вариант... Ты сам персонажа создаешь, то есть развиваешь персонажа, тоже плюс. Ты ищешь эти тотемы. Более-менее, пускай будет плюс. А, точно, к минусу еще я отнесу это хуевая настройка звука, потому что я хочу, допустим, чтобы я слышал голоса персонажей. Голоса персонажей есть, однако ты их не слышишь из-за музыки. Это какой, пятый минус? И два плюса у нас. Ну, думаю, все. Давайте на этом мы тогда и закончим. Пять плюсов, два минуса. Финальный босс сложный, но...
Он сложный только последние фазы, когда ты, блядь, не можешь нихера сделать, то что тебе руки эти спавнят. И все. И, понимаете, босс оказался руками, блядь. Босс это руки, а не тело. Я бы сделал наоборот, знаете? Уничтожаешь вот до двух рук, потом сам босс, вот эта платформа разъезжается, влазит босс и просто как вот тот робот пиздит тебя руками. Ну, использует все вот эти способности, а ты должен, типа, маневрировать, уклоняться от всего вот этого. Ну, типа, окей. Игра прикольная, типа, мне лично понравилась. Мне нравятся такие игры, где есть боссы вообще на прохождении, где я могу просто полазить, поизучать местность. То есть, есть обязательный босс, есть необязательный. Ну, окей, это плюс. Интересно. То, что мне было не скучно. Но когда я создал имбу, это пиздец было, особенно после вот этих ударов дальних. Но это как раз потому, что я не вижу радиуса атаки. Ну короче, у нас 5 минусов, 3 плюса. Выводы делайте сами, а я заканчиваю. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну я могу еще плюс, ладно, только чтобы быть 4-й плюс. Пускай они не детально сделаны. Это поверхность. Геймдизайнер. Короче, 5 минусов, 4 плюса. На этом мы заканчиваем. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, ребят. Всем пока.